В этом году было совершено открытие, которое осталось незамеченным. Нет, я не о том, что скорость нейтрино превышает скорость света, и не об озоне Хиггса. Вот, находка из замка Ленберг, что в земле Тироль. Значит, в 15 веке женщины носили лифчики с кружевами и тонкими бретелями. А мы-то считали, что бюстгальтер был изобретен лишь в конце 19 века. А до этого была мощная, голая палеолитическая грудь. Ну, и корсет для куртизанок. Но мы всегда думаем, что до нас не было ничего, особенно в сфере интимности. Нас в университетах учат, что в средневековье человек только и знал, что молился. Впрочем, про нижнее белье в университетах не учат. А напрасно, ведь белье – это культурная категория. Это последняя граница между наготой человека и общественными требованиями к нему. Чего требовала от женского тела культура? Сначала функциональности. Так некоторые исследователи пишут, что первобытные женщины перетягивали грудь кожаной лентой. Ну, чтобы не мешало. Ленты эти до нас не дошли, потому можно лишь предполагать, что египетские нагрудные повязки, по сути, мало от них отличались. Обратите внимание, грудь у египетских дам невелика. Женское тело, как и многое другое, в Египте понималось как бледная и не вполне полноценная копия мужского. Греческие строфиумы мало отличаются от египетских нагрудных лент, а женщина в Греции – это вообще диагноз. До гегемонии Афин женщина понималась как родильная машина, но воспевать ее грудь в этом качестве – увольте. Воспевалась совсем иная любовь. Считалось, что высший ее вид – агапе – могли испытывать только истинные люди, то есть мужчины. Греческий порок не случайно зовется греческим. Он зиждется не на том, что у нас привыкли называть извращением, а совсем наоборот. На идее, что истинные чувства могут ощущать лишь полноценные люди, настоящие граждане полиса. Женщины гражданскими правами не обладали. И их грудь тоже не обладала правом на привлекательность. Ведь привлекательность не природой дается, она культурой придумывается. И лишь когда появился Перикл с его любовью к Аспасии, это положение дел начало меняться. Медленно. Не меняются в то время и прообразы лифчиков. Правда, в Риме появляются несколько их видов. Фасция сдерживала рост бюста у молодых девушек. Мамиллара стягивала пышную грудь зрелых матрон. Повязка строфиум поддерживала грудь снизу. В моде по-прежнему небольшая грудь, потому-то ее рост и сдерживают. Это, кстати, правило для стран с военизированным укладом. Большая грудь воспринимается как сиборитская роскошь. Все-таки мешает, отвлекает от войны, политики и благоустройства городов, которые считались самыми почетными занятиями римлян. Хотя я сомневаюсь, что простолюдинки того времени, как, впрочем, и много-много позже, озадачивались величиной своей груди и облачением ее во что-то, кроме единственной рубахи для приличия. Специального названия для предмета, о котором идет речь, не появится даже многими столетиями позже. Археологи говорят, что в средние века его называли «карманами для груди». Кстати, в отличие от римлян, которые на мозаиках изображались в чем-то вроде разъемного купальника, средневековые дамы нижние его части не носили. Там карман был ни к чему, если, разумеется, его не заменял пояс невинности. Но это была уже суровая, даже очень суровая необходимость. Правила приличия. Чем дальше шагала история, тем дальше заходило представление о приличиях. Карманы для груди стали заменяться корсетами. Вообще-то изначально корсеты вовсе не для красоты были созданы. И первыми их стали носить не женщины, а мужчины. Предполагают, что корсет есть производная доспехов. Кстати, уже упомянутый пояс невинности тоже. И то, и другое оберегало от внешнего нашествия, только разного рода и с иными целями. Первые женские корсеты осуществляли ту же функцию. Они были созданы вовсе не для того, чтобы подчеркивать прелести женщины, а напротив, чтобы получше прятать их. Потому-то и надевался корсет не на голое тело, а на рубаху. Впрочем, не только потому. Может быть, для того, чтобы женщина, носящая корсет, все же не сразу бы испустила дух. Так в Испании, помимо знаменитого пыточного сапожка, который ногу раздавливали всмятку, существовало и другое орудие истязания. В отличие от сапожка, оно предназначалось не избранным, а было каждодневным инструментом пытки всех женщин. Я говорю об испанском корсете. Для священной инквизиции всякая женщина была сосудом греха, и надо было держать этот сосуд получше закупоренным. Каждая женщина порочна, каждая потенциальная ведьма, а ведовство заразительно. Соблазн, исходящий от женщины, лютый грех. Но поскольку иного способа делать детей было не придумано, как, по счастью, сейчас, то с ним приходилось смиряться. Девочкам не просто бинтовали грудь, как делали это, например, в Риме или в Китае.
Их с 2 лет затягивали в лифы, основой которых были стальные пластины. Использовались также дерево и кость. И что с того, что девочки чахли, падали в обмороки и умирали? Зато они походили на бестелесных святых. После этого на полотна Эль Греко смотришь уже не только с восторгом, но и с сочувствием. И понимаешь, что тоска в глазах прелестной инфанты Веласкеса объясняется не только воображением художника или утонченностью ее натуры. Кстати, в этой красивой юбке сидеть было нельзя. Ее каркас состоял из железных прутьев, которые отходили от тела на метр. Истинная сеньора должна была держаться прямо. Это приближало ее к Богу и отличало от животных и простолюдинок, которые считались полуживотными. И потому могли позволить себе роскошь смеяться, сидеть как угодно и ходить с болтающейся грудью, что не исключало, впрочем, обвинения в ведовстве. А во Франции свирепствовала не религиозная мораль, а мода. Екатерина Медичи, дама утонченная во всех отношениях, требовала, чтобы талия придворных дам не превышала 33 сантиметров. Осанка и правда царственная. Тончайшая талия, высокая грудь, особый поворот головы, потому что единственное, что может двигаться в подобном состоянии, это шея. Последствия были те же, что в Испании. Деформация легких, выкидыши, а уж о пищеварительном тракте и говорить нечего. Лекари уже начинали постановать по этому поводу, но кто их когда слушал лекарей? Бонтон есть бонтон. Чем больше говорят о вреде корсетов, тем более они привлекают. Теперь их носят и служанки. Так всегда с модой. Она спускается от высших слоев к низшим. Кто-то покупал поношенные корсеты, кто-то изготавливал их самостоятельно, часто из кожи, используя тростник и дерево. А богатые женщины носили корсеты из китового уса и рыбьей кости, из шелка, сатина и атласа. Шнуровали их по-разному. Английская мода требовала шнуровки сзади, а французская – спереди. Кстати, насчет Англии. Когда героиня Кларисы Гарлоу Ричардсона, это 18 век, посещает публичный дом, она видит, что проститутки все в шокирующем дезобелье и без корсетов. То есть тогда корсет считался отнюдь не сексуальным приспособлением. Да и какая сексуальность выдержит расстегивание бесчисленных крючков? Сексуальным считалось свободное тело. Корсетное тело было статусным. Теперь важна не только тонкая талия, но и пышная грудь. Ее больше не прячут. Напротив, открывают все ниже, ниже. Впрочем, на фоне утяжки талии до 40 сантиметров любая грудь покажется пышной. Корсет, кринолин, декольте, румяна, белила, каблук, мушки, прически в виде садов и фрегатов – все это орудие соблазна. Особенно говорящие, даже несколько карикатурный характер, они приобретают во Франции в эпоху рококо. Все пудрят тогда парики, все, даже маленькие дети, чтобы вечно быть в одном возрасте, в неприходящей молодости. Тому же служат румяна с белилами, не лица, а маски. Не тела, статуэтки. Так аристократия демонстрирует свою утонченность перед гибелью. На смену идут кряжестые буржуа с их крепкими женщинами. Скоро эти хорошенькие пудренные головы полетят под ударами гильотины. Начнется краткий период естественности. Клич «Долой корсеты!» станет звучать все громче и громче. В первых рядах выступил борец за возврат к естественности Жан-Жак Руссо. Он даже написал трактат с характерным названием «Вырождение человеческого рода под влиянием корсетов». Ему вторил Наполеон Бонапарт. «Бойтесь дам в корсетах! Женщины, носящие корсеты, не захотят иметь детей, чтобы не портить талию». Образцовыми начинают считаться сильные и полнокровные античного толка тела. В моде псевдогреческие хитоны, псевдогреческие прически – грудь поддерживается косынкой, перехваченной под грудной клеткой, то есть тем же строфиумом. Но хватает этой моды ненадолго. Скоро буржуа захотят походить на придворную аристократию, которую они же и истребили. Вечный комплекс низших перед высшими. Мы победили вас, чтобы стать вами. Кроме того, корсет, при всей его благоприобретенной фривольности, тогда еще воспринимался как залог целостности рубежей. Грудь-то открыта, но далее вход строго возбраняется. Ведь платье шилось не по размеру дамы, а по размеру корсета. На даме было около 200 застежек, крючков, пуговиц. Чтоб все это застегнуть и расстегнуть, нанималась горничная. То есть, ну, желающие как-то, вероятно, устраивались, но очень как-то. Так что корсет к адюльтеру не взывал, но ему уже препятствовал. А вот это и есть соблазн. А не когда, как у Курта Воннегута, Норкин распашку.
Словом, с 20-х годов 19 века корсетное дело ставится на широкую ногу. Появляются фабрики по производству корсетов. Более изысканные модели шьют специалисты-корсетчики. Высоконравственные дамы носят белые льняные корсеты, падшие женщины – шелковые и цветные. По принципу пропадать так с музыкой, в смысле с расцветкой. Вот когда корсет становится сексуальной приманкой. Врачи стонут, а корсеты распространяются и видоизменяются. Так в 60-е годы 19 века была изобретена новая форма корсета – длиной до бедер. Теперь корсет не только поднимает грудь и утягивает талию, но и сжимает живот. Весило это сооружение несколько килограммов. Дышать и есть в нем было. Ох, как проблематично. Не дышали, не ели, но танцевали. Подчас с летальным исходом. Первыми женщинами, отказавшимися от корсетов, были суфражистки. Борцы, или вернее, борицы за предоставление женщинам избирательных прав. Почему они восстали именно против корсетов? Ну, потому что невозможно бороться за гражданские права, будучи скованы пластинками, застежками и шнурками. Да что там за гражданские права? За право заниматься спортом, танцевать модные танцы. Да и просто за право быстро ходить. Но главное – право. Нравится мужчинам такими, какие есть. Или не нравится вовсе. Женщина имеет право не нравиться. Та мысль, которую надо высечь на мраморе. И первым делом показывать не мужчинам, женщинам. А пока женщины гордо идут по улицам, о боже, без корсетов. Мужество для этого было нешуточное. Выйти без корсета было, ну, как, наверное, сейчас голышом. Нет, хуже. Как будто прогуляться по улице без кожи, освежеванным. Корсет и был второй кожей. Невыносимой, болезненной, но привычной. Обязательной к ношению. Оказалось, необязательной. Кто облегчил жизнь женщинам, догадавшись, что корсет можно располовинить? Обычно говорят о француженке, женщине-враче, должно быть тоже суфражистке, Гош Саро, которая в 1903 году разделила корсет на две части – верхняя бюстгальтер и нижняя – пояс. Но за пальму первенства в области изобретения того сооружения, которое мы по-свойски зовем лифчиком, с Францией борются Англия, Германия и США. Идея витала в воздухе и была схвачена сразу несколькими руками, среди которых затесались и мужские. В 1889 году французская дама Эрмени Кадоль представила свой шедевр. Два хлопчатобумажных полушария, снабженные бретельками. Грудь была разделена посередине, и всем стало видно, что это предмет сложносоставной. А спустя несколько лет дрезденская швея Кристина Хар представила в местную палату ремесел женскую фуфайку на лямках с укрепленными чашечками для груди. Кстати, версия первенства Кристины Харт косвенно подтверждается тем, что слово «бюстгальтер» немецкое и в переводе означает, в общем-то, ничего соблазнительного оно означает, «держатель груди». Но все эти странные штучки тогда в широкий обиход не вошли. Более того, они по-прежнему надевались на рубаху. И лишь в 12 году лифчик догадались носить на голое тело. Это была без преувеличения революция в бельеношении. Как это? На голое тело? На совсем голое? Лирическое отступление. Помню, как в 80-х юное поколение сбрасывало с себя майки и комбинашки, надевая блузки на голое тело. Изредка тело открывалось между ремнем джинсов и свитером. Как возмущались мамы и бабушки. И чувство абсолютной свободы тоже помню. Так что представляю себе, какое облегчение ощутили женщины в 1912 году. Итак, немецкий производитель корсетов Зигмунд Линдауэр, женившись, отправился в свадебное путешествие и был сведен с ума обилием крючочков, пуговичек и тесемочек на белье новобрачной. Так что самую удобную модель лифчика создал все же мужчина, без десятков крючков и жестких пластин. Впрочем, злые языки находят в истории лифчика и русский след. Якобы женские груди по отдельности стала упаковывать вовсе не француженка Кадоль, а русская еврейка Ида Розенталь Каганович, впоследствии основавшая легендарную фирму Made in Form. Возможно, долю этой легендарности принесло то, что хитроумная Роза догадалась вшивать в чашечки вкладки, тем самым добавляя недостающее. Словом, не так уж просто разобраться в том, кто изобрел лифчик. Это, впрочем, судьба любой хорошей идеи. Кто только не царапает свое имя на постаменте.
Но вот одно известно достоверно. Первый патент на новый предмет интимного убранства получила американка Мэри Фелпс Джекобс в 1914 году. Собираясь в гости, Мэри с ужасом обнаружила, что жесткий корсет с нежелательным кокетством выглядывает из-под глубокого выреза ее платья на спине. И тогда, взяв в помощь горничную, она смастерила из двух эластичных лент и пары носовых платков лифчик без спины. Вскоре предприимчивая Мэри получила патент на этот самый бесспинный лифчик, а затем, не будь дура, продала его корсетной компании братьев Уорнеров за 1500 долларов. За первые 30 лет продаж производство бюстгальтеров принесло компании 15 миллионов долларов. Интересно, досталось ли что-то горничной? Культура двигается скачками, сперва усложняя свои артефакты до крайности, потом упрощая их до полного зера. Нагрудная повязка, корсет, лифчик, потом в 60-е отсутствие лифчика, а потом снова лифчики и опять потихоньку корсеты. Каждый из этих скачков моды был обусловлен чем-то, что гораздо больше моды – скачком мировоззрения. Во время Первой мировой войны правительство Америки обратилось к женщинам с просьбой отказаться от лифчиков с металлическими деталями. Тогда, кстати, особо сознательным пригодился опыт Мэри Джейкоб в использовании носовых платков. Это помогло сэкономить 28 тысяч тонн металла, что позволило построить целых два военных корабля. До 1920-х годов преобладали модели бюстгальтеров, делавшие грудь плоской. Тоже, кстати, было после Второй мировой войны. Догрудили, когда война. Грудь – это роскошь, которую можно позволить себе далеко не всегда. Недаром в скудном на роскошество СССР никогда не было принято носить большую грудь. Если посмотреть на скульптуры наших работниц и крестьянок, партизанских мадон и комсомольских богинь, всех этих девушек с веслом, с серпом и так далее, контраст между мощными чреслами и небольшой грудью весьма выразителен. Оно и понятно. Рожают аристократов или солдат революции все же не грудью. А вскормить юное пушечное мясо поможет государство. А грудь как фактор, возбуждающий воображение, лишний расход силы эмоций. Советское государство, как и ненавидимый им Фрейд, свято верило в сублимацию. И потом власть не доверяла ничему чрезмерному, даже груди. Зато в периоды между войнами бюсты, а заодно с ними так называемые бюстодержатели, брали реванш. Так было в 30-е, а уж 50-е одна Мэрилин Монро чего стоила. А если еще добавить Софи Лорен, ну, не всем так везло. Не всем. Потому находка Made in Form с поролоновыми вкладочками, так называемыми рыбками, пригодилась как нельзя кстати. Но тут пришли, нет, уже не суфражистки, а феминистки. Избирательное право давно было добыто в боях, и, кстати, далеко не только силами женского движения. Оно было высочайше пожаловано тем, кто на время войн отказался от 3К – кухни, кирхи и киндеров. Тех, кто работал на производстве, да-да, и клепал лифчики из носовых платков, кто отказался от металлических застежек. Все для фронта, все для победы. Словом, женщинам, на которых упал тяжкий груз войны. И далеко не только суфражисткам. Новое поколение эмансипе тоже требовало свободы, только иной, более абстрактной. Свободы от мужского владычества вообще. Символом такого владычества был признан безвинный лифчик. Нет, вру, он был виноват. Он был виноват и в том, что к тому времени стал красив, изящен, подчас даже роскошен, а значит, требовал глупых трат, а ведь на эти деньги можно сделать столько добрых дел. И в том, что служил приманкой для вожделеющих мужчин. Женщина не должна становиться сексуальной игрушкой. Но главная вина бюстгальтера стояла в том, что он урезал женщину в ее равноправии с мужчиной. Ведь мужчины обходятся без лифчиков. Новая икона моды англичанка Твиги, он вообще обходится без груди и ничего. Руку к безлифчиковой революции приложили хиппи, дети цветов, вслед за Руссо, стремящиеся к гармонии с природой, особенно с коноплей. Итог подвела феминистка Жермен Грир. Освобождение женщин, как бы хорошо образованные они ни были, невозможно, пока от нас требуется втискивать грудь в лифчики, сконструированные как мини-везувии. Два висячих, прошитых белых конуса, ничем не напоминающих женскую анатомию. Напоминает ли это мини-везувии? Или Жермен Грир просто не повезло, например, с покроем? Итак, в 1968 году, во время конкурса «Мисс Америка», около 400 сторонниц радикальных женщин Нью-Йорка провело акцию протеста против конкурса. Суть ее сводилась к следующему.
мусорный бак, выбрасывали накладные ресницы, туфли на каблуках, бигуди, косметику. Ну и, конечно же, бюстгальтеры. Хотели даже поджигать это позорище женщин барахло. Впрочем, до этого дела не дошло. Но миф об аутодафе бюстгальтеров пошел гулять по миру. Цитирую. Классическое сжигание лифчиков обозначало освобождение от угнетения мужского патриархата, будучи буквальным освобождением от пут, стесняющих нашу фигуру. Эх, знали бы они, что такое путы. Не жили они в благословенном СССР, где долгие годы продавались лифчики только трех размеров. А если грудь выдалась больше или меньше, тут уж приходилось либо вжимать несчастную часть тела, как тесто, в квашню, либо ушивать чашечки и бретельки суровой нитью. Потом размеров стало больше, но разнообразие женских форм их создатели по-прежнему не учитывали. Вероятно, бюстгальтеры кроили сплошь гермафродиты. Ведь, казалось бы, и женщины, и мужчины были осведомлены, что с грудью бывает-то по-разному. Секс-то в СССР все-таки был, детки нарождались. Кстати, из больших бюстгальтеров выходили хорошенькие детские чепчики, которые тоже были в дефиците. О, эти советские лифчики, особенно поначалу, белые, черные, синие, из хлопка и без выточек. В 70-е появились атласные несусветных тонов. После первой стирки они превращались в линялые тряпки, и это было даже к лучшему, потому что их нестерпимое неоновое сияние могло вызвать мозговой спазм, а то еще что-то и похуже. О, эти самоотверженные советские мужчины, стоявшие на морозных улицах в очереди, чтобы купить жене подвернувшийся импортный бюстгальтер. Мужчины, имеющие весьма опосредованное представление о нужном размере. О, эти женщины, которым удалось купить с рук телесный или даже черный французский лифчик, и которые долгие годы использовали его исключительно по двум поводам – для секса, не рутинного семейного, а какого-то особенного, и для похода к врачу. Черный лифчик ценился не только как эротическое белье. Дополнительным его достоинством считалась немаркость. Уверенность в том, что черное пачкается не так сильно, как белое, осеняет многих родившихся в СССР до сих пор. Известно, что Екатерина Фурцева, единственная женщина в советском правительстве, на очередном заседании Политбюро ЦК КПСС заявила: «Каждая советская женщина имеет право на качественный бюстгальтер». Ну, по одному качественному, пожалуй, что и было. Хотя деревенские еще долгие годы шили лифчики сами, пользуясь выкройками из журнала «Советская женщина». Мы не знали, что пройдет несколько десятилетий, и появится бюстгальтер, меняющий цвет в момент овуляции. Бюстгальтер, который измеряет частоту сердечных сокращений и давления. Бюстгальтер, отучающий от курения. Бюстгальтер фирмы «Триумф», играющий сонату Моцарта. Просто много хороших и разных бюстгальтеров. Потому что нынче грудь не мешает, а совсем, совсем напротив. Но главное, чего мы не знали, того, что в нашу жизнь вновь вторгнется корсет, как призрак ушедших времен, когда трава была зеленой, мужчины мужественными, а женщины прекрасными. И не важно, что таких времен никогда не было. Очень хочется быть прекрасными. Очень хочется.